Всем привет, любителям зверюшек, жаб и лягушек. У нас сегодня посылка. Посылку мы будем распаковывать. А посылка от Ростислава с Ровенского университета. И Ростислав там преподает биологию и географию студентам. Учит их уму-разуму. Вот, ножик у нас есть. Посылка у нас... Посылка тоже есть. Вот. Ну, те, кто зашел на наше видео первый раз и не понимают, о чем я говорю, вот, и откуда эта посылка взялась, и чего она вдруг мне... Это подарок. Подарок от Ростислава. Значит, те, кто не понимает и не знает, чего он мне этот подарок прислал, под видео в описании ссылки будут. Смотрите те видео о празднике «Мертвая голова». И вы тогда все поймете. А мы пока распаковываем посылку, а потом будете смотреть те видео. Так, распаковываем. А как ее правильно тут распаковывать? И в посылке там что-то болтается. Ого, тут еще какая красота. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, коробочка нам пригодится еще. А тут что-то, может, там бутылка с алкоголем? Ой, а тут какие-то... Ого, это какие-то, что ж тут такое? Автору канала «Нескучная жизнь» вид автора фильма. Смотрите. Бразильская амазонка. От автора фильма «Бразильская амазонка». А второй — Оренока, сестра амазонки. О! Будем кинишки смотреть. Так что вот. Есть такое. И письмецо. Письмецо не буду вам читать. Так, ой, еще что-то есть. А что это? А, ну это мне. Это я никому не дам. Это я съем. Все. Так, ну в общем, спасибо. Спасибо, Ростислав. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы и дальше будете ездить по миру и снимать интересненькое про животных и про все, что там увидите. И надеюсь, и я буду ездить. И не обязательно по миру, мы хотим хотя бы по нашей стране поездить. Тоже много чего поснимать есть. Ну ладно, вот такое вот у нас видео. Все, всем пока.